рядом. Мы почти забрались на сокол. Гора Кобыкая на той стороне. Дорога сюда хорошая. Довольно-таки пешая. Без всяких полога, да, без всяких буераков. Вид отсюда красивый. На весь поселок. Сейчас я вам его покажу. Тут буквально мы прошли. Придется немножечко вернуться. Люди оставляют вот такие вот, как сказать, направления. Стрелочка вот. Написано «Сокол». Мы видим, да? Сокол, вон туда, сверху. Слово «Мост». Ходи, ты же давно пробежал. И ХТЗ. А что такое ХТЗ? Ну, тем не менее, думаю, здесь заблудиться сложно. Но возможно. Ночью. А еще скажу я вам очень большой плюс, что данное место является малотуристическим. Это связано с тем, что почти за полтора, наверное, часа подъема сюда мы не встретили ни единой души. Это довольно-таки хороший плюс. А то когда экскурсии прёшься, это трындец. Куча народу. Вы видите еще направление. По тропе. Ладно, будем продолжать. Данная пологая тропа сильно сузилась. И уже переходит, просто, грубо говоря, в пешую тропинку. Я думаю, что она может пересечься с тропой, которая ведет на данную гору. Гору Сокол. Но, увы, она обходит ее только краем. И подъем уже стал более... уже круче. Короче говоря, каждый уже следующий, там, наверное, 1,50 м уже дается более сложнее. Но это все-таки усталость, она намного приятнее. Давайте будем подниматься дальше, посмотрим, что же за источник вообще. Я уже не знаю, есть ли он там, что за источник. Кстати, что еще хочу добавить. Не знаю, в этом году успеем или нет. Но с ребенком вряд ли, но хотелось бы, конечно, покорить и эту гору. И вот сейчас вот заметил, то есть, можно сказать, через перевал, наверное, на той стороне тоже все-таки имеются тропы. Значит, туда дорога тоже есть. Вот они уходят. Я не думаю, что они прям под большим градусом. Вот
данной горы вот эта сторона более-менее пологая. Но если туда забраться, я думаю, что откроется довольно-таки неплохой вид на море и два, наверное, городка. Это городок Судак и Новый Свет. Посмотрим, надеюсь, что сил и времени, наверное, останется. Надеюсь. Спряталась от жары. Под самый корень. Не будем ее беспокоить. Пойдем дальше. Дорога окончательно превратилась в тропинку, которая идет по краю ущелья. И мы уже, можно сказать, уже, наверное, почти обошли гору Сокол. Уже с задней, можно так сказать, стороны. Но по знакам, знаки встречаются все чаще и чаще. И казалось бы, что осталось до родника совсем немножко. Я думаю, что 5-10 минут, не больше. Все, короче, дорога спустя 5 минут превратилась вообще в окончательную тропу. Реально. И люди метки, слава богу, еще оставляют. Ну, наверное, чтобы не ошибиться. Типа есть вот тропа, которая ведет тоже. Не знаю, неизвестно куда. Но вот оставляют вот такие камни, что якобы туда идти не надо. Причем молодцы, молодцы. Дошли мы до родника. Вот так вот он выглядит, можно сказать, вне сезон. Ребенок пытается что-то там воды налить. Там маленькая струйка идет. Не знаю, чем он ее. Ну, люди сюда приходят по праздникам. Конечно же, весну или осенью воды здесь намного больше. Оставляют иконки, записки. Также здесь есть даже купель, которая сейчас она пересохла. Ну, наверняка в крещении или когда там. Она наполняется полностью водой. Ну, водой, по ходу дела, наполняется тоже горный. И потом идет наверняка перелив через эту трубу. Так что здесь, в принципе, разлива не происходит. По этой тропе мы пришли. Ну все, возвращаемся обратно. Прошли узкую тропу. Впереди ждет только каменистая, но довольно-таки широкая пологая дорога. Общая часть, наверное, судя по времени маршрута, наверное, составила где-то 1:30, наверное, 1:35. Так вот, ну это с детьми. В общем, мы остались довольны данным, как бы, данным походом, пускай коротким, но это все равно поход. Дети подустали, но тоже, да, остались довольны. И сегодня наверняка, я надеюсь, намного раньше лягут спать. Ну, если силы сейчас останутся, то осталось пообедать и пойти искупаться.
Давайте, всем до скорой.